Областной центр материнства и детства в Щелкове, больше известный как перинатальный центр, уже начал свою работу. На свет здесь появились свыше 50 малышей. Проверить, как организована работа в новом учреждении здравоохранения, приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Объект, которого ждали все. Строительство перинатального центра началось в 2014 году по президентской программе. В новом роддоме была высокая необходимость. Старый уже не отвечал современным требованиям. Для возведения объекта пришлось снести двухэтажное здание. 3 года строительных работ, и теперь в Щелкове принимает пациентов уникальное учреждение здравоохранения, где не просто ведут беременность и принимают роды, но также помогают беременным женщинам и младенцам с патологиями. В центре предусмотрено 150 круглосуточных коек. Работает консультационно-диагностическое отделение, рассчитанное на 250 посещений в смену. То, что сегодня происходит, это очень долгожданный момент. Сегодня мы имеем возможность оказывать самую высокотехнологичную, высококачественную помощь при родовспоможении. И не только. Мы можем делать диагностику, все, что сопутствует здоровью мамы и ребенка. Половина всего оборудования этого центра – это отечественное оборудование, но соответствующие самому высокой планке качества. Прекрасные реанимационные залы и для матерей, и для детей. Все возможности для выхаживания самых тяжелых детишек и сложных, в том числе с экстремально низкой массой тела. Прекрасное послеродовое отделение. По словам министра здравоохранения, новый центр материнства и детства в Щелкове имеет преимущество перед уже открывшимися учреждениями здравоохранения. Здесь работает центр репродуктивного здоровья и создана команда специалистов по развитию ЭКО и решению проблем тех семей, которые не могут зачать ребенка самостоятельно. Еще одной особенностью стала возможность оказания помощи женщинам с эндокринной патологией и сахарным диабетом. До определенного периода времени, вы все знаете, да, слышали, может быть, что этим женщинам не разрешалось рожать. База была сконцентрирована в Маниаге. На сегодняшний день появляется возможность родоразрешения еще и в нашем центре и ведения такой беременности. Большое значение имеет и уровень подготовки кадров. Штат медицинского персонала на данный момент полностью укомплектован. В центре работают свыше 800 медиков, более 200 из них врачи. Сотрудники прошли подготовку в специализированных учреждениях. Самое главное, мы понимаем, что роды любого уровня, любой сложности роды, здесь будут приниматься высококвалифицированным, высокопрофессиональным коллективом. Мы просто давно ждали его и ждали взрыва рождаемости в Щелковском районе. И я уверен, что открытие перинатального центра ждали мамочки, которые с папочками своими как бы составили график и планы на рождение детей. В приоритете центра материнства и детства в Щелкове, ведение беременности, роды и прием пациенток из Щелковского района и других муниципалитетов северо-востока Подмосковья. Десятки мамочек уже смогли оценить уровень работы нового учреждения здравоохранения. Дарья Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».